Губернатор отметил, что в регионе высокий уровень собираемости и низкий процент отказов от уплаты курортного сбора. В эксперименте участвовали Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и 4 поселения Туапсинского района. Эти муниципалитеты будут благоустроены за счет полученных средств. В результате публичного голосования жители и гости курортных территорий сами определили, на что пойдут собранные средства. На сегодняшний день изменение размера курортного сбора и расширение географии его участников в следующем году на Кубани не планируется. Полученные деньги направят на установку новых объектов инфраструктуры. Это детские игровые площадки, лавочки, беседки, скульптурные композиции, а также на создание благоустроенных территорий отдыха. В текущем году размер курортного сбора не превышал 50 рублей в сутки. От его уплаты в Краснодарском крае освобождены местные жители, а также 19 льготных категорий граждан.